Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Ну что, попробуем сегодня взять 35-й ранг. Да, замахнулся я, конечно. Но попытаемся. Эрик. Ну давай посмотрим, что у нас тут за Эрик такой будет. Ну, понятное дело, что мне сразу... Ой-ой-ой-ой, третий ход, ладно, фиг с ним. На шестом ходу, понятно, сюда нельзя перемещать карты, поэтому сделаем вот так вот. Фантастическая четверка выпал. Но, в принципе, можем разыграть, по двоечке здесь развесить. Будет, наверное, неплохо. На шестом ходу на эту карту, на эту локацию можно перемещать карты. Любые вообще, да? Или только те, которые имеют способность перемещения? Хотя, которые имеют способность перемещения, они могут, когда захотят переместиться. Ой, ё-моё, закончить ход. Фига себе, я что-то тупанул. Я думаю, что это он не ходит, а я забыл завершить ход. Здесь нельзя разыграть карты на шестом ходу. Армор. Чего там? Первый игрок, который заполнит... Ага, 6, я понял. Давай сделай так. Ну, наверное, будет... Ага, вот как. Мантис. Понятно. Ну что, наверное, космос пос... Ну да. Поставим космос сюда. А там будет уже видно. Что он там? Ага. А я вот так вот сделаю. Что там? Грут и Энджел. Последний ход. Ну, я, наверное, сделаю вот так вот. Блин, при раскрытии. Кло тогда постоянно, да? Ой, посмотрим, ребят, что он сделает. Да ты оборзел. Ты не припухли, парень? Я проиграл, друзья, здесь на 1 балл. Вот так вот. Какой я хотел 30-й ранг, ребята. Ничего, что у нас новый сезон, и у нас ранг скинулся. Поэтому... Слушай, подожди, а как он... А, там за 0. Я думаю, как он Chevy Chase? Ему, видно, выпала карта эта, и она стоит 0, да? Здесь можно разыграть только карты, которые стоят 6. Так, белка пошла, поехала. Кладет здесь по карте из руки. Угу, понятно. Ну, я, кажется, догадываюсь, что он хочет сделать. Плюс 1 к силе. Давай так поставим. Ну ты понял, да? Он высылал этого, значит сейчас он будет уничтожать. Карнейдж же ждет. Опponent,
получается так. Но у меня есть дьявольский динозавр. Я думаю, что сейчас через дубль. Так. Что он там ставит? Морфа. Первая встреча. Кто это такой? При уничтожении создает карту зимний солдат вместо себя. Ну, я думаю, наверное, надо ставить. Так. Ну и все, парень. Прошуршал ты свое счастье. Я, честно говоря, думал, что он будет уничтожать. Зачем он взял мову? Зачем он взял белок? Неужели, может быть, ему не выпала просто эта карта? Такое может быть, ребят. Такое может быть, я не исключаю. Миркс. Мир Мокси. Мир Мокси. Ну и нафиг. Слушай, мне кажется, вот эту вот Спайдер-Вумен можно убрать. Согласись, от нее толку никакого нету. Я ее практически никогда не использую. Поэтому, мне кажется, мы ее будем менять. Айцмен. При раскрытии увеличивает стоимость случайной карты в руке вашего противника на день вплоть до 6. Ха, прикинь. Манну мне повысил. Так, все карты здесь получают плюс 2 к силе после 5-го хода. Агент Электро. Спасибо большое. Поехали. Да откуда такие? Каждый раз, когда вы берете в руку карту, за исключением вытягивает ее из колоды, присоединяет к силе. Чего он там придумывает, блин? Прям на ходу. Карты с базовой стоимостью 6. Поставим сюда. А это кто еще? Постоянно. Плюс 2 к силе за каждую карту в колоде вашего противника. Так вот сделаем. В конце каждого хода плюс 1 к силе за каждое неизрасходованное очко энергии. Не знаю, что ему там выпало. Угу. Ну и... Кло, что ли, поставить? 3-3-6, да? Получается... И вот так. Блин, я забыл снэпнуть. С этим, ребята, обделался. Не получилось у него с Тирексом, точнее с дьявольским динозавром. Его фокус тут не сработал. Опа. Так, хорошо. Что-то мы, наверное, сезонный пропуск. Так,
заберем 100 кредитов. Эх, модок только, ребята, при премиуме. Ну вот как вот так вот, ребят? Ну только при премиуме, а? Ну это жесть. Я не хочу донатить. Дайте мне возможность получить карты своим честным путем. Кто там у нас хочет лучше? Халк? Моя крушить? Анимированная. Прикольный чувак. 4. Ну вот, таинственная карта. При раскрытии добавляет вашу руку случайную карту. Ну вот, ребята, вот. Теперь, кажется, понимаю, откуда там у чувака эти карты. Так, я знаю, что хотел. Я хотел кое-что поменять в своей колоде, вот в этой 10-й. Я уберу отсюда. Подожди, а какой же я колодой играл-то тогда? Стоп. 9-й, что ли, я играл? Точно, я 9-й колодой играл. Так, удаляем. И давай, наверное, вот это вот поставим. Так, и сыграем, наверное, 10-й колодой. Разочек. Или все-таки надо было 9-й играть? Наверное, надо было 9-й. Заодно бы карту протестили. Так, соперник найден. Шин. Ну, у меня, как всегда, ребят, первого хода нет. У каждого игрока здесь может быть только одна карта. Угу. Только одна карта. Подожди, а здесь-то что, мы не посмотрели? Плюс один к силе. Так, у нас вот так. Не надо мне тут повторных подключений. Погнали. Ну серьезно, ну хватит уже дурака валять, блин. Ну какое, блин, повторное подключение? Так, Анжела, что делать, если вы загрузите карту плюс 2 к силе? Угу. Давай так сделаем. Будет он сюда ставить? Нет. Кузнеца поставил он. Он поставил сюда кузнеца. Только одна карта здесь может быть, да? Так. Не знаю, что он там вытащил. Так, вот я сделаю. Последний ход, да? Хм. Как тут лучше сделать-то? Давай, наверное, вот так. И вот так. Угу. Так, бишоп.
Так. Ну и... Ну и до свидания, парень. До свидания, я тебе говорю. До свидания, до свидос. Сосунок. Ха-ха. Замечательно, ребята, отыграли. Кло. Кло хочет прокачаться. Я говорю, Кло хочет прокачаться, он меня взял, выкинул. Ну, так, девятую колоду, да? Девятую колоду попробуем. Ну, десятый тоже ничего, неплохо сыграла, в принципе-то. Так, Ронин. Сразу вспоминается Tower Conquest с этим Ронином. Два ксилии, ага, карт в руках. Стоп. В руках игроков. Да куда ты? Давай сюда. Плюс два к силе. Сюда поставлю. Кто это тут у нас? Серебряный серфер? При раскрытии основные ваши карты с базы стоимостью 3 получает 3 ксили. Фига. Так, плюс 3 ксили с наибольшей силой. Посмотрим. Так, фантастическая четверка. Я, наверное, давай так сделаем. Так, Анжела. Тут у нас будет Космо. Ага, я понял. Тогда Кло... Блин, и Кло не могу. Если так сделаем... И он там все клепает. Казар. Последний ход. Ну, тут, наверное, выбор очевиден, друзья. Нет, не очевиден. Не очевиден. Не хотелось бы проигрывать. Ну, я ничего другого сделать здесь не мог, ребят. Ваш противник отступил? Ваш противник отступил. Но он уже понял, да? Что я... Что я хотел сделать? Он, конечно, догадаться не мог. Но... Такой прикинул, наверное, на мозгами. Думает, ну, сейчас он туда поставит. А у меня там карт нету. И все. Так, что он... Блин, я вообще ничего не могу, ребят, взять. Вообще ничего. Потому что кредитов 20 штук всего лишь. Гриффинс. Сразу снэп делаю. Сразу же, автоматически прям. Так, берете карту с базовой стоимостью 1. Поехали. Адская кухня.
Эрон Фирст. Мы вытащили Грута. Плюс один к энергии на этом ходу. Так, а Грут у нас что делает? Если противник разыграл здесь карту здесь. Угу, я понял. Что там? Когда эта карта перемещается, плюс 5 к силе. Отлично. Давай-ка мы его немножечко проучим. Совсем маленечко. Такое. Так, увеличивает силу каждой карты в вашей колоде на 1. Нифига. Нифига. Оба игрока смогут перемещать сюда карты на следующем ходу. Сюда могут перемещать, да? А он при перемещении плюс 5 получает, да? На это рассчитан прикол. Какие-то наки я Стрэнджа взял откуда-то. Да это я понял, что он сейчас будет тут увеличивать. Это все понятно, ребят. Так, ну, допустим. Последний ход. Постоянно. При раскрытии. Давай смотреть. Ваш противник отступил. Только, ребята, собирался дать ему на каркалыгу и на тебе. Отступил. Просто отступает. Да, в высшей лиге, ребят, начинается. Ну, как бы это еще не выше, это средняя лига. Но уже начинаются свои косяки, понимаешь? Они отступают, они больше сдаются, чем играют. Соответственно, не дают мне заработать на этом. Что там у нас? Так, при перемещении карта уничтожается. Но это, опять же, при перемещении. Доктор Октопус. При раскрытии перемещает 4 случайные карты из руки противника на его... Чего? Перемещает 4 случайные карты из руки противника на его сторону из этой локации. Что он хочет сделать? Пока не ясно мне. Ну, Карнейдж понятно. Что-то меня этим не удивишь.
Посмотрим, как это вообще работает, карта. Просто мне интересно. Новая. Так. Еще одного, что ли, поставим? Последний ход. Не знаю, чем закончится все это, друзья. Кто там? Эту карту можно перемещать каждый ход. До свидания. Перемещай где-нибудь в другом месте. В туалете желательно. Хоть заперемещайся. Нормально. Перемещатель вшивый, а. Давай забирать. Так, а что тут? 100 кредитов, 10 золота. Так, и 100 опыта. Да, опыт прям, прям, ребят, не жаждет у нас выпадать. Опыт. Какие-то карты мы можем улучшить. И это у нас Кло. Анимированный. Эпик. Плюс 4. Так, 10 бустеров. А, и, по-моему, больше тут. Да. Или что это? Что? Осталась такая эта фигня. А больше ничего нету. Погоди-ка. По-моему, есть. Или мне показалось? Нет, не показалось. Но, сам понимаешь, нету. Ничего не могу сделать. Ну что, давай еще партийку. Партийку другую, как говорится. Сарет. Сразу делаю снэп. Сразу же, ребят. Сбросы. Блин. Крутую карту сбросили мне. Ё-моё, ребят. Ну как так-то? Карта с базовой стоимостью 6 стоит на 1 меньше. Коллекционер. Каждый раз, когда вы берете в руку карту с заключением вытягивания. Ага. Давай так. Подожди, что это? Так вот сделаем. Чтобы он там не разыгрывал ничего такого. Угу. У нее же, да, у нее при раскрытии только срабатывает эффект. Так, он же Монгерл. И последний ход. И последний ход. Постоянно, да? Давай смотреть. Казар. Электро сюда, что ли, бомбанет? Или сюда? Сюда.
супер, чё там, супер-пупер. Ну что, поздравляю нас, ребята, с очередной победой. С очередной хорошей, отличнейшей победой. Агентик, агент 13. Кто-нибудь помнит такого агента? Я не могу, ребята, вспомнить такого агента. Зимний солдат, да, но агент 13 вообще ни о чем мне не говорит. Ну что, последнюю партийку играем, ребята, и будем отдыхать. Да, десятая колода у нас... Нет, это девятая, да? Девятая рулит. Диджикимум какой-то у нас тут. Превращает случайно... Понятно. Ну, в принципе, ртуть, да, ребят, неплохо. На первом ходу получаешь две силы. Нормально. Что? Так, здесь нельзя разыгрывать. Понятно, как всегда. Так, он второй раз лопухнулся. После третьего хода потасуют вашу руку. В вашу колоду берете три карты. Да, блин. Ну, придется так делать. Фиг ты делать. Я ничего больше сделать не могу. Все, просто в руины сделал, да? Превратил там. Сентинель. Угу. Так вот я сделаю. Последний ход. Ну, что тут сделаешь, ребят? Последний ход. Она постоянно этими, что ли, заблокировала? Гадина, да? Прикинь? Вот эта хмырёха постоянные способности уничтожила. Нормально? Просто взяла и уничтожила мои постоянные вот эти вот, что мы накапливали с тобой. Ха! Не который при раскрытии, а который постоянный эффект имеет. На этом ходу карты не раскрываются. Да не надо мне как бы этого. Первого хода у него не было, да? Перемещается в другие локации. Спектрум. Что там за... Здесь сила самых сильных карт удваивается. Хеллбастера поставим здесь. Да?
Так, дело пахнет керосином. Тоже Мунгерл, да? Поехали. Космо. Космо. Ага, нормально так. Блин, не надо было мне ртуть, надо трогать. Я умоляю, парень. Не-не-не-не. Такой фокус не прокатывает у нас. С двумя космо. С двумя космо. Нет. Уж извини, парень. Не выгорело у тебя. Ну что, друзья. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.